Привет, ребята! И сегодня мы продолжим такую горячую, такую нашумевшую тему про подделки парфюмерии. Прошлое видео залетело просто в какие-то неведанные высоты, вызвало невероятный отклик, а вопросы остались. Тема раскрыта не до конца, поэтому давайте уже закроем наконец-то все основные вопросы. Поговорим сегодня про честный знак, почему это совершенно номинальная история, это не защищает никоим образом потребителя от покупки подделки. Поговорим о вообще вот этих фейковых историях, что такое Дубай, ОАЭ, Люкс Копи и прочее. Затронем вопрос лицензионной парфюмерии, вообще миф это или реальность. Ну и в целом, я думаю, что после этого видео у вас закроются все основные какие-то вопросы на тему оригинальной парфюмерии, фейковые, как это все выбрать, как себя защитить. Ну, в общем, будет интересно. Наливайте себе какой-нибудь приятный напиток, и мы начинаем. В сегодняшнем видео много информации будет из первых рук. Мне удалось довольно тесно пообщаться с поставщиками самой различной парфюмерной продукции, как оригинальной, так и контрафактной. Поэтому у меня довольно много интересных инсайтов на тему, откуда берется эта продукция, о сертификации, о честном знаке и так далее. Это видео несет познавательно-развлекательный характер. Доверять этим данным или нет, это исключительно ваше решение. И также я обращаюсь, если вы тоже работаете в сфере серого черного рынка и готовы поделиться какой-то интересной информацией, вы можете сделать это анонимно, оставив комментарий, подтвердив или опровергнув, или дополнив какие-то моменты, о которых я буду рассказывать. Давайте с вами начнем с честного знака. Мне писали под прошлым видео, что сейчас же ввели маркировку «честный знак», а это значит, если он присутствует на флаконе, то все хорошо, а если он не присутствует, то все плохо. Но смотрите, давайте вообще разберемся для начала, что такое честный знак. У меня тут приписана формулировка. Итак, это национальная система маркировки и прослеживания продукции. Специальный цифровой код. Основная задача системы – повышение уровня безопасности россиян, борьба с контрафактом и некачественными аналогами. Данные передаются в систему «Честный знак», где движение товара отслеживается на всем пути – от производства до покупателя. Здесь мы берем первую ключевую мысль о том, что честный знак не доказывает вам подлинность товара. Честный знак позволяет проследить путь движения товара, то есть от момента отгрузки его кем-то и где-то до момента покупки вами и выводом его из оборота. Ну, смотрите, я здесь вставлю прекрасные скриншоты с маркетплейсов. Вставлю прекрасную фотографию с островка разливной и, ну, очевидно, не оригинальной парфюмерии. Спасибо большому автору за эту фотографию, где вы видите обилие маркировок «Честный знак». Как же они там появились? Что же это такое происходит? Распространитель товара выпускает этот самый «Честный знак», уплатив определенный взнос за него, и позже вводит эти данные на своих площадках распространения, а потом отчитывается о том, что вот такое-то количество QR-кодов получено, такое-то количество QR-кодов выведено из оборота, то бишь продано. Можно ли на этом этапе доказать по честному знаку, что продукция не оригинальна? Конечно, когда мы переходим по QR-коду, там у нас есть возможность нажать кнопочку «Пожаловаться», да, на недобросовестного поставщика. Но тут мы сталкиваемся с институтом экспертизы в России парфюмерной, с тем, как вообще доказать, что парфюм не оригинальный. То есть мы-то с вами можем ориентироваться на какие-то нюансы этикеток, неправильные батч-коды. Но, например, была такая ситуация, как раз пересказываю историю из комментариев под прошлым видео, когда был куплен набор Байреда, который вообще никогда не выпускался. Ну, то есть это подделка, это такой товар, которого не существовало у бренда. И, несмотря на жалобу в честный знак, совершенно никоим образом не удалось доказать, что это контрафактный товар, что это не оригинал. Вот. То есть первый момент, да, какой у нас институт проверки может это контролировать, какой ряд, какая экспертиза должна быть, чтобы доказать неоригинальность.
Ну хорошо, тут мы хотя бы сталкиваемся с тем, что распространитель сам платит и заводит этот честный знак, и на него хотя бы в теории можно нажаловаться, можно добиться, чтобы его оштрафовали, а товар изъяли. Да, это все очень абстрактно, но допустим, да, условно можно, хорошо. Откуда же тогда на вот этих чудесных островках, откуда же тогда на маркетплейсах такое обилие флаконов с этими честными знаками и галочками? Путь намного более простой. Мы приходим в любой сетевой магазин, где у нас стоят оригиналы, ну, какой-нибудь Эльдебате условный. Берем флакон с честным знаком, фотографируем его, копируем и наносим эти копии настоящего честного знака на свою продукцию. Точно так же, как и батч-коды копируют, да, с оригиналов на фейки, точно так же происходит и с честным знаком. Покупатель наводит на этот QR-код, видит путь от настоящего дистрибьютора. И единственное, что может навести его на мысль, что что-то не так, это увидеть, что либо товар был выведен из употребления еще до того, как он приобрел этот флакон, либо наоборот, что этот флакончик аромата все еще числится стоящим где-то на полке в магазине. Каждый ли человек это знает? Каждый ли будет внедряться, разбираться? Нет. Если мы нажмем «пожаловаться», то что? Прилетит официальному дистрибьютору в Литуале, потому что это оригинальный, настоящий честный знак. И путь торговца фейком тут никаким образом не отследить. Поэтому, пожалуйста, не ориентируйтесь на честный знак как на что-то, что вас защитит от контрафакта, как на гарантию. Не воспринимайте это гарантией оригинальности, особенно при покупке товаров на маркетплейсах и в каких-то сомнительных локациях. Несомнительные локации – это у нас что? Это у нас duty free, это интернет-магазины белого списка, и это у нас официальные сети типа Ревгош, Золотое Яблоко, Литуаль, Сефора и так далее. А мы с вами двигаемся дальше, к следующему популярному мифу под названием «лицензионная парфюмерия». Ох, эта байка так плотно уже вошла в жизнь, в обиход, в рынок, что волей-неволей начинаешь в это верить. Знаете, как флакон Байреда марихуана. Он настолько популярен, но настолько часто встречается, что уже начинаешь потихонечку верить в то, что он действительно когда-то существовал, и что это может быть оригинальной продукцией. Но такого аромата никогда не было. Ну, в общем, байка о лицензионной продукции звучит таким образом, что якобы косметические концерны, крупные бренды могут продать официально лицензию на производство каких-то своих ароматов, которые им уже неинтересны и невыгодны, на стороннюю какую-то фабрику, да, где, например, рабочая сила будет дешевле, где продукт будут выпускать как будто бы тот же самый, с тем же составом, тот же самый аромат, но, возможно, в чуть более упрощенной упаковке. И это преподносится не как копия, не как фейк, да, а как будто бы это вот лицензионный парфюм. Этот миф встречается даже на уважаемых ароматических, парфюмерных, косметических ресурсах. И это говорит только о том, что этим компаниям неплохо бы поменять своих копирайтеров и следить за теми материалами, которые они добавляют на сайт. Давайте раз и навсегда зафиксируем. Лицензионная парфюмерия – это миф. Доказывает обратное только продавцы фейков контрафактной продукции. Все. Точка. Как вообще может произойти передача лицензии? Немножко другим путем. Например, Procter & Gamble, производитель какой-то серии там, косметики, ароматов, может перенести свое производство или передать юридически вследствие какого-то слияния или разъединения своих брендов, например, на фабрику Coty. Да? Или, например, Lancome может войти в концерн Hennessy Louis Vuitton. Вот. В таких случаях, да, будет передача лицензии, но это будет тот же самый аромат, в тех же самых флаконах, без какого-либо удешевления, и вообще конечный пользователь-то, в общем-то, об этом и не узнает. Ну, только если официально поменялась страна производства, и это, в общем-то, будет преподнесено в каких-то официальных релизах. Все, вот это единственный случай. Мне стали писать под прошлым видео на тему ароматов, которые уже не выпускаются 20-30 лет. Ну, например, кто-то хочет купить, не знаю, старый там винтажный Paloma Picasso или Lancome Clément, тот самый, вот тех времен первых выпусков.
И что мы периодически видим эти ароматы на виртуальных полках интернет-магазинов, даже включая магазины из белого списка. Что это вообще такое? Можно ли это покупать? Лицензионная ли это парфюмерия? Смотрите, какая история. По большей части это подделки, так как лицензионная парфюмерия – миф. Но, и, например, если речь идет о новоделе каком-то, ну, например, органза Ив Сен-Лоран, который перевыпустили, Ив Сен-Лоран же, пардон, если могла заговориться, это официальный релиз бренда, можно на сайте бренда найти этот аромат, то, что он был перевыпущен, это можно смело брать. Я сейчас говорю про те ароматы, о которых внутри ассортимента бренда уже и речи не идет, да, то есть те, которые вот закончили свое производство 2-3 десятилетия назад. В некоторых интернет-магазинах белого списка есть такая категория, как винтажи. И это значит, что вы покупаете не новодел какой-то условный, якобы выпущенный по новой лицензии, а флакон тех самых далеких годов выпуска, там, 80-х, 90-х. Просто он будет, ну, он будет винтажным в каком-то своем состоянии, в условной сохранности. Да? Не факт, что он будет свеж, не факт, что его срок годности не вышел, и ноты вас порадуют на 100%. Но винтажи – это как бы отдельная ниша, которая выкупается интернет-магазинами, какими-то такими поставщиками у коллекционеров лично. Да? Это довольно небольшое количество продукции на рынке, и это оригинальный товар. Это не трогаем. Итак, винтажи настоящие, новоделы, о которых все знают, и информация о перевыпуске есть у бренда официально. Все, это абсолютно легальная история, это все оригиналы, все окей. Но если вы видите ароматы, которые, значит, закончили свое существование лет 30 назад, и вы видите новые флаконы на полках магазинов, и вам говорят, что это оригинал, выпущенный по лицензии, нет. Скорее всего, на 99% это фейк, это подделка, это неизвестно кем, выпущено по мотивам прошлых лет. Так вот, история, которой верить или не верить. Вроде бы на какие-то единичные ароматы могла быть такая ситуация, что лицензия на этот бренд и на состав продукта истекла, и значит, он больше не защищен патентным правом, и якобы какой-то сторонний человек, фабрика, юрлицо может выкупить эту лицензию и дальше производить продукцию, ну, под своим именем. Возможно ли это, может быть, в случае одного-двух парфюмов? Да, но, опять же, это не соответствует, ну, нету никаких гарантий, то, что содержимое флакона будет соответствовать тому, что вы ждете. Ну, выкупил какой-нибудь ИП Вася Пупкин эту лицензию на Палому Пикассо и выпустил в таком же флакончике, заказанном в Китае, какую-то непонятную жижу. Вот. Поэтому давайте раз навсегда закроем вопрос с лицензионными ароматами. Миф, 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 легенда. Все, кто доказывает вам обратное, просто, видимо, не глубоко погружались в тему, либо преследуют какие-то свои интересы. Вот так. Ну и теперь поговорим про люкс копии, Дубай, вот это вот Арабские Эмираты, аромат, концентрат и прочее, прочее. Что же это такое? Все с этим сталкивались в разных объявлениях. Все это всегда преподносится как-то очень так красиво и прям вот так вот соблазняет купить, как будто бы это все то же самое, да? История про легендарные драминги Тома Форда, которых никто в глаза не видел. Ну, в общем, коснемся вот этого всего. А дальше информация со слов моего инсайдера. Да, если у вас есть чем дополнить, пожалуйста, поделитесь в комментариях. Помните, что мы общаемся здесь вежливо, уважительно, культурно. И у нас задача донести свою точку зрения, а не унизить собеседника. Эмираты – это тоже некий миф, потому что основную часть рынка составляет Китай. И какую-то ничтожную, 10-15-20%, возможно, это парфюмы, парфюмерный джуз из Турции. Тут сейчас будет, кстати, немножко шокирующая информация относительно составов сертификации, но, по крайней мере, для меня это было новостью, для меня это было чем-то ого, я теперь еще внимательнее смотрю на все подделки. Ну так вот, есть некое номинальное разделение продавцами на ароматов на категории по качеству. Ну, условно, там
ААА плюс качество, А качество, Б качество. И это даже не столько про содержимое, джус, аромат, сколько про качество исполнения флакона, коробочки, насколько вот это достоверная копия. Конечно, в топовых каких-то вариантах, самых дорогих в закупке, там и сам аромат будет достаточно стойким, ярким и похожим. Более того, сейчас на рынке появилось некое, на черном рынке, появилось некое новое явление. Это какие-то ультра-супер-концентраты, которые мало того, что великолепно исполнены, практически невозможно отличить от оригинала упаковку, так еще и сам аромат. Он может звучать даже ярче заявленного оригинала. То есть он будет не просто там условно узнаваем, да, он будет иметь какое-то раскрытие, достойный шлейф. И копии пока такого качества появились только на некоторые парфюмы. Это Баккара, это некоторые Байреда. Но вот информацию пока имею только такую. Сама могу от себя сказать, что я контактирую с этим инсайдером. Протестировала сама лично Kilian Black Phantom. Аромат, который я очень люблю, который я прекрасно знаю, который у меня был и в Атлевантах, и в фирменных сэмплах, и в миниатюре в тревеле киллиановском же. То есть я не просто его пробовала и знаю, да. Я с ним знакома максимально тесно, я знаю, как он чувствуется в первые секунды, как он носится, как он затухает, какой у него шлейф и так далее. Короче, история такова, что при параллельном затесте я не нашла отличий. Вот. И мой инсайдер подтвердил, что Kilian действительно одна из самых опасных марок в плане возможности нарваться на подделку. Поэтому, если покупаете этот бренд, пользуйтесь рекомендациями из моего прошлого ролика. Что касается Дубаев и Эмиратов. Это какой-то миф даже среди черного и серого рынка, но, возможно, какой-то 1% реальных парфюмов оттуда есть. Но по факту все везется из Китая и, как я уже говорила, из Турции. В Китае есть также вот несколько категорий ароматов, причем на каком-нибудь условном садоводе в одной и той же коробочке вы можете 20 версий парфюмов встретить за примерно одну и ту же цену, потому что каждая фабрика, она как-то по-своему реализует продукт. Как это вообще происходит? Вдруг кто не знал. Есть такой прекрасный аппарат, который стоит несколько миллионов, называется хроматограф. Мы туда можем поместить капельку какого-либо вещества и увидеть хроматограмму. То есть полную раскладку на компьютере, какие там вещества содержатся, в какой концентрации, в какой пропорции. Ну, в общем, как такая вот диаграммка это все будет выглядеть. Ну, в общем-то, для фабрик всего мира это как бы не деньги и не проблема иметь хроматограф, который позволяет разложить любую формулу. Поэтому история про то, что мы скрываем состав, это наша секретная наработка, ну, в общем-то, это тоже некий маркетинговый ход и миф, потому что достаточно одной капли этого аромата, чтобы все секретики парфюмера раскрыть сразу же. Поставки везутся черным путем. Серым это через границу с Казахстаном. Это по той схеме, что я описывала в прошлом видео, да, какой-то оригиналы ввозят. Черным же путем это, грубо говоря, просто доставка карго из Китая. И самое для меня печальное. Я-то думала, что когда происходит растаможка продукции, ну даже если у вас там в канистре что-то налито безымянной, все равно на нее нужны какие-то документы и нужна какая-то, ну, хотя бы минимальная сертификация, да, что вот некая парфюмированная вода, некоторое там косметическое средство, и вот хоть какие-то минимальные требования там нужны, что никто не потравится, никто не умрет от аллергии, и что это соответствует хотя бы каким-то минимальным бытовым нормам. Нет, ребята, такого вообще нету. То есть при сером ввозе, при официальной растаможке, да, там сертификаты есть, при ввозе черном просто карго, просто таможня проверяет, ну да, там 5 канистр заявлено, там парфюмерная продукция, все. Никаких сертификатов, ничего. Мы абсолютно не знаем, что там налито. И я впервые поняла, что, ну, на самом-то деле попасть на фейк — это не только там удар по кошельку, а вообще-то большой риск для собственного здоровья так-то. Потому что, ну, те компоненты, которые используются в бытовой химии, в промышленности, да, для хранения, для консервирования, для закрепления, те же самые фталаты, это вообще не самая полезная вещь для здоровья, и если ее концентрация никак не регламентируется, можно, даже будучи максимально здоровым человеком, неплохо-то так подпортить себе
жизни, самочувствию, если ты себе на себя нанесешь такой аромат. Вот. Как-то мне всегда казалось это какими-то излишними предосторожностями. Нет. Вот так, ребята. Просто ввоз карго, просто обычная растаможка, и ничего не происходит. Представляете? Про Турцию. Про отличие Китая и Турции. В Турции нету такой темы, как подделка флаконов. Там, скорее, вам довольно хорошего качества жидкость нальют, содержимое, в некие безымянные абстрактные флаконы или тары, на которых просто будет написано там Dolce Gabbana, Light Blue, Императрица, Baccarat Rouge. Вот так. И это качество выше. Вот. Но чаще всего за Турцию также выдают Китай. Вот такая информация. Если у вас есть что дополнить, пожалуйста, поделитесь в комментариях, зарегистрируйтесь анонимно, дайте нам немножко информации инсайдерской, это будет очень увлекательно. Ну и финишируем мы таким моментом, как это все контролируется, почему существует садовод, почему существует гульден. Кто-то вот искренне от всей души негодовал в комментариях под прошлым видео, что как же так? Почему не проводятся проверки? Почему это все не изымают? Надо написать в прокуратуру. Ребята, ну скажем так, есть некие ниши товарные в России, да и не только в России, в разных странах, которые контролируются не только и не столько государством. И когда происходят определенные рейды, это опять же информация от моего инсайдера, как это происходит. Вот садовод. Все прекрасно знают, в какой день придут проверять на контрафакт, проверять на реализацию поддельной продукции. И в этот день эти точки просто не открываются. Они спокойно пережидают день проверки, забирают свой товар, аккуратненько прячут на склады, и на следующий день возвращаются все это на прилавки. То есть это некая видимость. Вот так. Грустно это, не грустно? Ну, скажем так, ни одна государственная система не идеальна, везде есть свои нюансы. Реалии таковы. По крайней мере, информация, которую я получила и которую я видела подтверждение в разных источниках, вот такая. Я надеюсь, мы с вами закрыли эту горячую тему про подделки, фейки, контрафакты. Остались ли у вас вопросы? В целом у меня здесь такой более комфортный, более спокойный, более приятный обычно контент. И я, конечно, не привыкла к такой буре эмоций, к такому обилию комментариев, к такой вообще какой-то невероятной бурной реакции. Поэтому надеюсь, что мы с вами уже по всем моментам пробежались, какое-то понимание у вас сложилось. Если вы хотите подискутировать, что-то добавить, задать вопрос, помните, что у нас здесь культура вежливого общения. Мы, если у нас другая точка зрения, приводим какие-то аргументы и уважительно, вежливо относимся к своему собеседнику, будь то я как автор видео, либо кто-то из комментариев, кто с вами вступает в полемику. Договорились? Ну и в целом давайте встроим такую прекрасную зону комфорта, и я буду безжалостно удалять хамские, невежливые, грубые комментарии, бессодержательные, либо где не заявлена какая-то аргументация, идет голословное обвинение самых разных магазинов. Мы с вами еще поговорим о какой-то такой, может быть, теневой стороне парфюмерии, но, наверное, когда подкопятся вопросы, еще какие-то материалы по теме. А дальше анонс следующих выпусков. Меня ждет посылка с горячими новинками. Спасибо Рандеву. Они мне собрали, значит, и комету Шанель, и Tom Ford Vanilla Sex, и еще пару очень крутых новинок. У меня просто уже руки чешутся. Я очень жду, когда посылка придет. Я смогу все это вместе с вами обозреть, понюхать, послушать, сделать какие-то выводы, поделиться с вами, стоит ли оно вообще того. Если хотите прислать слепые затесты, всегда пожалуйста. Теперь есть кнопка для сотрудничества и связи со мной. В инфобоксе можете посмотреть контакт, по которому пишите, пожалуйста. С удовольствием пообщаемся на какие-то вот такие темы. Ну что, ребята, мне было приятно провести этот вечер с вами. Я надеюсь, мы немножко в этот раз притушим вот это вот пламя негодования и сложных эмоций, которые вызывает такая тема. Будем очень вежливы, аккуратны и бережны друг к другу в комментариях. И до скорых встреч. Пока-пока.